Клавдия Дмитриевна Васильева родилась 7 ноября 1921 года в селе Стрельцы. В 40-м году закончила Тамбовскую школу фельдшеров и уже в 19 лет была призвана на службу. В составе 54-й армии Клавдия Дмитриевна участвовала в обороне Ленинграда. После войны до самого выхода на пенсию работала в железнодорожной поликлинике. Всегда занимала активную жизненную позицию, любила общаться с молодежью. Это необыкновенные ребята. Они приезжали раньше еще, вот это сколько лет вот связаны. Приезжали, помогали. Я им готовила материал, кому нужно помочь. Женщины, одинокие, старые, нужно грядочек вскопать, нужно около дома убрать, нужно провести какую-то работу. Клавдия Васильева была самым старшим серебряным волонтером страны. До последних лет жизни старалась не сидеть на месте. В последнее время вести активный образ жизни мешала травма ноги. Я решила заниматься одна, потому что когда я сама занимаюсь, я знаю, где я чего нажимаю, где я что делаю. Покажут, скажут, и все, ушли, я забыла. А когда я сама, то я уж тут не забуду. Каждый прожитый день она служила безупречным примером жизнелюбия и служения Отечеству. Клавдии Дмитриевне Васильевой было 98 лет. Юлия Савушкина, Анна Мусатова, «Область новостей».